Так, и я поехал в аэропорт за дядей Сеймуром. А кто это? Папин двоюродный дед. Который одноногий. Сеймур! Кресло принадлежит аэропорту, мне придется его забрать. Оно кому-то нужно сильнее, чем ему. Ну, ладушки. Встречайте дорогого гостя! Что ж ты делаешь? Как успехи, доктор Кортис? Еще один день, еще одна жизнь. Алло, отец жениха, есть минутка? Ну да. Свадебный чек-лист. Ты представляешь, всего 5 дней осталось. Я все сделаю, ты не волнуйся. Знакомство с родней. Очень приятно. Привет. Супер. Поиск места. Надеюсь, вам всем тут нравится. Свадьба будет в дешевом отеле? Да, старь. На 4 кусочка. Он 2-звездочный. Фуршет. А этот красавец для десертного стола. Пап! Развлечение. Где фокусник? Тосты. Я детей никогда не бил, в основном потому, что редко их видел. И надежда на лучшее. Вы просили звонить, если будут проблемы. Пятно растет. Остальные номера свободны? А что смешного? Поживете пока у нас. Отлично. Ты уверен, что хочешь с этими психами породниться? Нет. А что тут нам не постелили? Из-за асбеста. За пару часов ничего не будет, но ночевать не стоит. Что? Малые дозы безопасны, главное не переборщить. 27 апреля. Не вышло, по-твоему, банкет с фастфудом, пузыри для великанов. Давай я оплачу нормальную свадьбу. Фильм от Netflix. Каждый отец мечтает устроить дочке свадьбу мечты. Я всю жизнь старался поддерживать своих ребят. Что бы ни случилось, мы тебя любим! И на этот раз выкручусь. Ну, хоть один приличный отель тут есть? Так, мы ведь это уже обсуждали. Я сказал, что сам разберусь. Дай-ка телефон сюда. Доктор Кортис, я заказала плазу. Отменяйте. Спасибо за помощь. У меня не такой голос. Ну, вообще-то такой. Неделя до. Так, улыбочку. Блин, соберитесь уже. Ага. Клянусь, больше не буду. It feels good.